Одним из первых свой выбор сделал временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев. Вместе с супругой он проголосовал на участке в Самарском университете имени Королева. Вячеслав Федорищев отметил, принять участие в голосовании – гражданский долг каждого жителя области. Выборы – это тот период, в который мы принимаем решение о судьбе нашего региона. Каждому необходимо прийти, проголосовать за курс, который мы будем в нашем регионе видеть в ближайшие 5 лет. У нас много кандидатов, замечательная программа у всех, поэтому у всех есть возможность принять свое решение.